До матча считанные минуты. На трибунах настоящая жара. Впереди действительно красивая и напряженная игра. Химки против ЦСКА. Матч единой лиги ВТБ. Секунд игры мяч у нашего защитника Чарльза Дженкинса, однако противник не заставил ждать, сразу набрал обороты. За ходом игры увлеченно наблюдают тысячи фанатов. Поболеть за желто-синих приехал и глава округа Дмитрий Волошин. Первая половина игры выдалась для наших спортсменов не совсем удачной. Упускаем 3 очка, соперник ведет. Свой рекорд в матче ставит Алексей Швед. Совсем недавно он вернулся на паркет после травмы и уже приносит команде 37 очков. На втором месте по результативности Стефан Маркович – 16 очков. В результате жесткой и напряженной игры счет 62-62. Судьи дают дополнительное время. И тут снова Алексей Швед забивает свой коронный 3-очковый, пока форвард ЦСКА Джоэль Баламбой упускает штрафной. Вырвали победу у принципиального соперника. Счет 73-72. Следующий домашний матч желто-синих пройдет 14 марта в арене Мытищи. Поддержи любимую команду.